Первым делом президент Татарстана Рустам Миниханов отправился на Улан-Удэнский авиазавод. Там впервые прошло заседание Совета директоров «Вертолеты России». Отмечу, что Казанский вертолетный завод – один из флагманов холдинга. Глава Татарской республики осмотрел производственные площадки предприятия, а после уже вместе с руководителем нашего региона обсудили итоги прошедшего года и инвестиционные проекты. Сегодня состоялся заседание Совета директоров холдинга «Вертолеты России». Вы как член Совета директоров также рассматривали вопросы, в том числе развития Улан-Удэнского авиационного завода. И сегодня были приняты важные решения, которые в том числе послужат и на развитие всего холдинга и нашего завода непосредственно. Рустаму Миниханову представили итоги модернизации цехов предприятия, новый логистический центр, сборку новейшего вертолета Ми-171А3 и легкого многоцелевого К-226Т. Свою продукцию презентовало также Улан-Удэнское приборостроительное объединение. Президент Татарстана отметил не только промышленный потенциал нашей республики, но и туристический. На Алтае у нас уже много летает сейчас народу. Да. И сюда будут приезжать. Байкал же многие мечтают. А так желающих Байкал увидеть очень много. Тем более Байкал с вашей стороны, он совершенно другой. Я же видел и что, и с этой стороны. У вас как в этом? А в Рио-де-Жанейро пляжи такие. 6 километров. Да. Кроме того, главы регионов обсудили перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя субъектами и рассмотрели вопрос возможности сотрудничества по поводу формирования резерва кадров. Юлия Пермякова, Новости дня.